1889 год. В конце 19 века многие посылали своих чемпионов в Китай, воспользовавшись слабостью этой страны. Среди таких стран была и Япония, которая проводила здесь свою национальную политику, основанную на принципе открытия новых границ за морями. Они послали сюда своих чемпионов по дзюдо. В 1889 году сюда прибыла команда, проповедующая дух Бушидо. Это известный чемпион школы Вудан Чен Вэй. Неустрашимый Вудан. Автор сценария Ши Уэнгли. Режиссер Сан Ша. Оператор Хэн Донгзия. Композитор Уан Лао. В фильме снимались Лин Чен в роли Чен Хчао, Чао Чен Джун в роли Симаяна, Ли Ян Вэн в роли Ву Уанлага и другие актеры.
Отца нужно похоронить рядом с матерью. Я знаю, что он никогда не забывал ее. Но он никогда не упоминал ее имени в присутствии меня. Это была глубокая рана, и он старался ее спрятать. Спасибо Ли Хуасай, что привез его тело. Чэнг Сяо, крепись. Еда готова. Чэнг Сяо выросла без матери, а теперь она потеряла и отца. С этого дня мы должны присматривать за ней. Присаживайтесь. Наш мастер показал нам великолепный пример. Когда он был молодым, он присоединился к революции, чтобы сражаться с правительством. Правительство возненавидело его. Именно поэтому они гонялись за ним с тех пор. Хуасай, достань мне хорошую лошадь. Юлун, тебе нельзя туда ехать. Японские чемпионы так свирепы, что они прольют твою кровь. Не беспокойся. Я дам им то, что они заслужили. А мастер говорил что-нибудь напоследок? Нет, он оставил только меч. Хуасай, да? Теперь ты глава школы. Ты должен тренировать нас. Однако мы не можем допустить иноземцев властвовать в нашей земле. Ты прав, Юлон. Я преклоняюсь перед твоей храбростью, но будь осторожен. Завтра я собираюсь в Чайнтаун. Я тоже. Хочу узнать, как умер мой отец. Я еду с Юлуном. Чинчи, присмотри за домом, пока нас не будет. Хорошо. Чинчи, купи к нашему приезду вина и хлеба. Когда мы вернемся, мы отметим осенний фестиваль. Только не задерживайтесь слишком долго. По-моему, этому человеку угрожает опасность.
Он... Кто ты? Я мастер школы Удан. Чемпион Юлу. Вы думаете, мы, китайцы, не умеем драться? Иди сюда. Мы всегда наносим удар на опережение. Приготовься. Юлун, берегись. Юлун. Что случилось? Что с тобой? Юлун, брат мой, не умирай. Чинчи купила хлеб и вино, которые ты просил. Ты сказал, что мы отметим осенний фестиваль вместе. Мой брат. Чинчи, не плачь. Все это получилось из-за меня. Его последние слова были: «Мы не сможем одолеть их без знания молниеносного удара». Не сможем одолеть? Ты должна была возвратиться в одиночку. Неужели тебе не стыдно? Мы помогли перевести тело вашего брата из Чжунчжоу. Кто ты? Я Сима Ян. Мастер боевых искусств. Ваш брат спас мне жизнь. Он был убит японцами. Юлун, не вини меня. Чинчи.
Чен-Чи. Почему ты не идешь ко мне, Чен-Чи? Ты тоже меня ненавидишь? Бедная девочка, ее сердце разбито. Точно. Сначала отца потеряла, потом жениха. Это слишком много. Как печально. Кто это? Чин-Чин, это я. Ты только что вернулся из Чжунчжоу? Да. А почему ты не пришел вместе со всеми? Я пришел, чтобы взять тебя с собой. Твой брат умер, и ты теперь осталась одна. Пойдем в Чжунчжоу вместе со мной. Я не могу. Не могу оставить место, где я родилась. Кроме того, сейчас неподходящее время для нашей свадьбы. Почему? Я должен защищать тебя. Мастер Чен и твой брат объявлены как заговорщики. Да, но кем? Тот человек, который пришел вместе с нашей сестрой. Он готов на все. Симаян? Да. Именно он. Теперь он пытается войти в доверие к Чен Хчао. Именно поэтому я приехал домой. Но Чен Хчао сказала, что он хороший человек, он помог донести тело моего брата. Нет. Он пришел сюда только из-за нее. Ты знаешь, каковы молодые девицы. Непредсказуемы. Она дала этому парню водить ее за нос. Она не такая девушка. Симаян сейчас прямо сейчас с ней. Пойдем. И ты сама убедишься. Она простудилась, но с ней все будет в порядке. Проследите, чтобы она это выпила. Хорошо. Спасибо. Мне значительно лучше. Душа непобедимого героя, я припадаю перед тобой на колени. Я Симаян. Я пришел для того, чтобы почтить твою память. Your father. Who is your father? Твой отец. Кто твой отец? Мой отец и мастер Чен Уэй были клятвенные братья. Они потерпели поражение в революции. Был еще третий брат, но он исчез. Когда отец услышал о том, что мастер Чен Уэй был жестоко убит, он послал меня к вам. Юлун отдал свою жизнь, чтобы спасти меня. Ты говоришь, моего отца убили. Уверен ли ты в этом? Абсолютно. Как боец, он был слишком хорош, чтобы его побили японцы. И тем не менее, он умер внезапно. И струя крови текла из его рта. Это было самое печальное зрелище, которое мне доводилось видеть. Твой медальон. It's just like mine. Такой же, как и у меня. Это, просто совпадение, наверное. You need some rest. Тебе нужно отдохнуть, а я пойду. Чин-Чи.
В чем дело? Могила моего брата еще не остыла, а ты уже подобрала другого. Заткнись. Симаян, что ты за человек, Чинчи? Защищаешь его? Симаян, я преподам тебе урок. Чинчи, послушай. Чинчи, в чем дело? Прекратите драться. Я доберусь до тебя. Чинчи, ты с ума сошла, прекрати. Прекратите драться. Чинчи, пошли. Да что с ней такое? Этого человека я знаю, правда? Точно, я видел его. А, вспомнил. Во время соревнования он стоял позади японцев. Боже мой, как я запуталась. Я буду рисковать. Стоит ли это того? Конечно, стоит. Ты должен понять. Чен Уэй был изгнанником. Закон постоянно гонялся за ним. И не забудь, ты выбрасываешь на ветер свое состояние. Если японские бойцы придут в Чаотаун во время соревнования, и местные чемпионы по Удану проиграют им, ты получишь большую награду. Мой господин, вы хотите... Ты должен избавиться от них. Подкупить их. Стойте, иди сюда. И вы называете это тренировкой, лентяи? С возвращением. Пошли. Вот. Это серебро – часть вашей награды. Когда вы сделаете то, что вам сказали, получите гораздо больше. Прежде чем японские чемпионы прибудут в наш город, вы должны расчистить перед ними дорогу. Иначе вы потеряете свое лицо, а вместе с лицом можете потерять голову. Понятно? Да, сэр. Браво, браво. Микки's eyes are still in a bad shape. По-моему, твои глаза по-прежнему грустят. Эта китайская девица — большая угроза для нас. Кто она? Я ее знаю. Она дочь Чен Уэй. Пожалуйста, после вас. Сюда, пожалуйста. Я могу сказать своим людям, чтобы поймали ее. Нет, мы должны побить ее. Только так мы сможем покорить ваш город. Да, конечно. Пустите все на тренировку. Мы собираемся завоевать этот городок. Не беспокойтесь. Вы пришли сюда во имя дружбы. Поэтому Ли Хуасай будет присматривать за вашей безопасностью. Пожалуйста, после вас.
Илон, я так скучаю по тебе. Они убили тебя так жестоко. Теперь ты ушел и оставил меня. Я осталась одна, с разбитым сердцем. Но я никогда, никогда не забуду тебя. Не забуду того, что ты мне говорил. Теперь я должна идти. Где он? Здесь. Взять его. Быстро, быстро. Кто вас послал? Помилуйте меня. Пощадите. Наш шеф Ли Хуасай приказал, чтобы мы поймали вас и Чанг Чао. А где Чанг Чао? Она на кладбище. Быстрее, сюда, поймать его. Ah!
Как ты пришел сюда? Они напали на меня в доме. Я узнал, что ты в опасности, поэтому и пришел. Кто-то спланировал это, точно. И я знаю, кто. Ты доверяешь этому человеку. Больше ничего не говори. Иди. Нет. Я должен отомстить за Юлуна, который спас мне жизнь. Я понимаю, что ты чувствуешь, но я думаю, что ты понимаешь также и мое состояние. Видел, как Чин-Чин вела себя со мной последние дни? И я не знаю, что ответить ей. Очень непросто быть девушкой. Я понимаю. Там, наверное, множество чемпионов в стиле Вудан. Скажем так, самый великий чемпион в школе Вудан был Чен Уэй. За ним шел Юлун. Я третий. Чен Уэй и Юлун мертвы, и ты единственный из чемпионов, который остался. Прав я или нет? Не спрашивай. Правда, что ты хороший боец. Но, кажется, в тебе чего-то не хватает. Интересно, чего? Преданности и честности. По-моему, сейчас она выглядит хуже всего. Я ухожу. Я бы хотел попрощаться с Джинджи. Я видел, как она пошла в храм. В связи со смертью своего брата, она хочет помолиться за его душу. Да, я уверен, именно туда она пошла. Спасибо. Идите. Вскоре по полю будет японская команда. А в нашем городке еще осталась чемпионка по юдану. Если японцев здесь побьют, правительство сорвет на нас собаку. Не беспокойтесь, мой господин. Ваш слуга Ли Хуасай способен удержать всех людей под собой. И он докажет вам
свою бессмертную благодарность. Хорошо, присаживайся. Я попросил правительство наградить тебя за твою смелость. Настало время тебе проявить себя. Чин-чин. Чин-чин. Это ловушка? Стоять им. Hey!
О, нет. Нет. Пощадите меня. У меня нога, наверное, сломана. Кто послал тебя? Я не могу вам этого сказать. Даже если вы меня убьете. Я не могу назвать имя этого человека. Вот. Я помогу тебе спуститься. Потом ты пойдешь домой. Ну в чем дело? My girl, you've been so kind to me.
«Девушка моя, вы были так добры ко мне. Немедленно уходите отсюда. Ли Хуасай хочет вас убить, правда?» I'm not frightened anymore. Больше я не боюсь. Я скажу вам правду. Ваш отец выиграл соревнование в том городе, но на следующий день Ли Хуасай пригласил его к себе, чтобы отметить успех, как он сказал. И он добавил яд в вино. Я был там. Я видел это своими глазами. Он всегда хотел быть на вершине. Чен Уэй бегал от закона. За его голову обещали хорошую награду. Они заплатили Ли Хуасаю. Хорошо заплатили. А потом использовали японцев, чтобы избавиться от Юлуна. Почему ты согласился это сделать? Потому что Ли Хуасай хотел быть на вершине школы Юдан. Это страшный человек. Спасибо. Теперь, с вашего разрешения, я пойду. Я ни за что не вернусь к Ли Хуасай. Это слишком много для меня. Иди. Лао Яо has disappeared. That means the rascal must have spilled the beans. Ло Яо исчез, значит, Чен Хчао еще жива. Теперь между мной и школой Вудан разразится кровавая схватка. No. I'll stay with my aunt in Jiangbei. Нет, я останусь со своей тетей Чао Пэй. Но подожди несколько дней. Я уверен, что Чен Хчао вернется к нам, и мы поговорим с ней. Ее обманули. Но она все-таки одна из нас, и она нуждается в нашей помощи. Нельзя отпустить ее с незнакомцем. Ради Юлуна мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь ей. Хорошо. Чен Хчао? Чин Чи, ты прячешься от меня? Ну что тебе нужно? Я искала тебя, чтобы попрощаться. Мы были с тобой как сестры. Ты обвинила меня? Я хочу объяснить тебе кое-что. Не обязательно. Я скучала по тебе. С тех пор, как ты связался с этим Сима Яном, я беспокоилась. Он убил моего брата, теперь он хочет убить тебя. Кто тебе это сказал? Я была, когда убили твоего брата. Сима Ян хороший человек, и он хочет отомстить за Юлуна. Он был рядом со мной все время. Он чужак, а ты его защищаешь? Нет, это не так. Прошлой ночью он приходил, чтобы помолиться моему отцу. Как трогательно. Ну и что, что он знал твоего отца? Знаешь, я всегда была с тобой откровенной. Я ухожу и хочу предупредить тебя. Не доверяй Ли Хуасай, он хитрая лиса. Да ты, наверное, с ума сошла. Кто из вас хитрый лис? Ли Хуасай или ты? Или, может быть, Сима Ян? Сима Ян? Я его уже отправила домой. Mm?
Come on, you. Sure. Взять ее. Хорошо. Чах-чао. I was taken in. You lied to me. Ты солгал мне. We've already searched every place. Мы везде обыскали. Ни одного знака. Чэнг Чао испарилась. How strange. Как странно. Where can she be? Где она может быть? Keep searching. Yes, sir. Продолжайте поиски. Слушаюсь, сэр. Be careful, my child. Будь осторожна, дитя мое, и не забудь навестить меня, когда вернешься. Спасибо за вашу помощь. Встань, дитя мое. До свидания. Заходите, заходите. Раз, два, три. Раз, два, три. Чэнг Чао только что вышла из города и направилась в горы. Да? Взять ее. Слушаемся. Staying here for the night, lad. Yeah. Останьтесь здесь на ночь, да. У меня осталась лишь небольшая комнатка наверху. Простите, ничего лучшего я вам не могу предложить. Хорошо. И принесите что-нибудь поесть, конечно. Новый гость. Feed the horses quick. Накормите лошадей. Да, сэр. Только что к вам зашел посетитель. Это молодая девушка. Я взгляну на нее. Иди вперед. Слушаю, сэр. You despicable traitor. Ах ты предатель. Чэнг Чао. I can now crush you with my hands. Сейчас я убью тебя собственными руками.
Don't move. You're injured. Не двигайтесь. Вы ранены. No, I want to walk. Я хочу пройтись. Лежите, иначе священник будет винить нас. Священник? Священник Неншен? Да. Где он? Вон там. Of Nanshan, let me kneel before you. Священник Нэншен, позвольте, я преклонюсь перед вами. Пожалуйста, не делай этого. Встань. Будь терпеливой. Now hold your tears. Speak slowly. Держи свои слезы. Говори медленно. My father, Chen Wei. Oh, Chen Wei. Yeah. Мой отец Чен Вэй. Чен Вэй? Он чемпион школы Вудан? Да. Он сражался с японскими чемпионами, победил их, но был отравлен. Твой отец и я были близкими друзьями. Вместе мы сражались в революции. После нашего разгрома он возвратился домой, а я пришел сюда, чтобы быть священником. Кто бы мог знать, что мы с ним больше никогда не встретимся? No other than your father's sworn brother. Так значит, вы твой дядя и клятвенный брат твоего отца. Так вы, значит, третий? Uncle, I beg you... Дядя, я прошу вас, дитя мое, вставай. You can stay here a while. Ты можешь остаться у нас на некоторое время. За тобой будут присматривать, а потом мы поговорим. Дядя, я должна попросить вас еще раз. Японцы убили столько наших чемпионов, а тех, кто их побеждал, убивали. Среди них был и мой отец. Я должна научиться у вас, как пользоваться молниеносным ударом. Я уже давно не тренируюсь. Uncle, дядя, я прошу вас. Ты единственная дочь моего друга. Если этот путь доведет тебя до могилы, что я скажу твоему отцу, его душе? И мой отец, и мой жених Юлун были смелыми бойцами. Как я буду жить дальше? Попробуй отойти подальше от забот и беспокойств этого мира. Вот что ты должна сделать. Дядя, я прошу вас. Да, нашей земле угрожает опасность. Наше правительство ни на что не способно. Иноземцы, как дикие звери, слетелись к нашей земле. Люди стонут от страданий. Я понимаю, это правда. И я сделаю все, что смогу, даже если это будет последним, что я сделаю в своей жизни. Я пишу не историю. Это записи страданий, которым подвергался наш народ. Не забудь. Это колодка. По нашей Библии говорят, что император Дай Чен Ву пришел сюда. Вскоре он потерял веру и стал бояться. Я понимаю, о чем вы хотите сказать. Тот, кто останавливается на полпути, не доходит до истины. Молодец.
Когда император Чен Ву пришел в эти горы, его мать пришла вслед за ним. Она так сильно плакала, что ее слезы наполнили этот пруд. Я понимаю. Дядя, следует ли мне увеличивать скорость выполнения этих упражнений, используя силу? Да. Так ты освободишь всю свою внутреннюю энергию. Теперь ты должна научиться поглощать. Это самый сильнейший удар. Река течет тихо, однако ее мощь несокрушима. Подумай, почему вода может раздробить даже камень? Дитя мое, ударь эту колонну. Отойди. Смотри. Теперь твоя очередь. Горы Вудан сияют как корона, золотая корона, в которой лежат изумруды. Дитя мое, несколько лет назад, когда крестьяне затеяли свое восстание, 200 человек бесследно исчезли, потому что их предали. Мяч тайджи, да. Сила накапливается и выходит. Она собирается в твоих кулаках и делает твой удар смертельно опасным. Так ты должна практиковаться, дитя мое, да. Лучше бейте. Мы должны размазать о стену дух китайского народа. Господин Лоу Шип хочет, чтобы вы вернулись. Вот письмо. Вскоре прибудут японские чемпионы. Обыщите все горы, и когда найдете
Эту девчонку, схватите ее. Живой или мертвой, доставьте ко мне. Все ли в порядке в вашем городке? Лучше быть не может. Если ваша команда нанесет сокрушительную победу, весь Китай будет перед вашими ногами, да? Почему? Потому что ни в каком другом городе вы не найдете лучших бойцов. Мы разобьем вашу команду. Вы увидите, насколько сильны наши бойцы. Стоп! Прекратить. Как ты посмел? Вставай! Хорошо. Хорошо. Uncle's words. Дядя говорил, что гибкость дает силу. Император Чен Ву пришел сюда, но оказалось, что он не способен пройти экзамен. Он скучал по своей матери и по всем, кто ему прислуживал. В депрессии он отправился вниз. Внезапно он встретил старушку, которая возилась у колодца. В удивлении он спросил ее: «Можешь ты закатить этот железный камень в гору?» Старушка ответила: «Да, если сильно стараться». После этих слов император отправился обратно в горы. После этого старушка притворилась в прекрасную фею и исчезла в облаках. Я не причинил вам зла. Зачем вы охотитесь за мной? Пошли, быстрее.
Uncle, do you think I'm good enough? Дядя, как вы считаете, я достаточно сильна? Терпение, дитя мое. У тебя есть цель, и ты идешь по правильному пути. I'm glad you're here, chief. Я рад, что вы здесь, шеф. That lass was really tough. She was too much for us. Эта девчонка слишком сильна для нас. I'll take care of her myself. Я сам ей займусь. Двадцать четыре года назад твой отец и я пролили кровь, чтобы спасти нашу страну от бесчестия. И после всех этих лет, в наши дни, мы по-прежнему вынуждены сражаться за это. Дитя мое, сын и дочь этой земли — герои. Теперь пришла твоя очередь. Я сохраню ваши слова в своем сердце. Дитя мое, ты спрашивала меня о своей матери. Теперь я могу рассказать тебе правду. Когда были разгромлены войска революционеров, правительство обернулось против нас. Они начали резать женщин и детей. Какой-то иноземец ворвался к тебе в дом, как чудовище. Он сорвал с твоей матери всю одежду, но ему не удалось сделать ничего больше. Это случилось сразу после твоего рождения. Чтобы сохранить хорошее имя своей семьи, она заколола себя и умерла. Это и есть тот меч, который она использовала для самоубийства. Мама. Потом твой дядя Сима сказал своей жене, чтобы они забрали тебя с собой. И они воспитывали тебя вместе с их родным сыном в течение 3 лет. Потом вернулся твой отец и забрал тебя. Когда вы уезжали, твой дядя Сима надел на тебя серебряный медальон, надеясь на то, что когда-нибудь его сын и ты станете мужем и женой. Почему же отец мне никогда не рассказывал об этом? Вероятно, он считал, что ты еще не созрела для этого. Они говорят, что они пришли сюда ради дружеских боев, но они ведь убивают, и все это знают. А посмотрите на правительство. Тихо, тихо, пейте свой чай, пейте. С дороги, с дороги. Пожалуйста, внимание! Японская команда вызывает всех желающих сразиться с ними.
Победителя ждет большой приз. Три дня уже прошло. Я беспокоюсь. Может быть, выпьем еще? Я никогда не говорил этого раньше, но у меня такое чувство, что сегодня что-то произойдет. Я должен вернуться. Смотрите, вот еще один. Наверное, сильная женщина. Все может быть. Дайте ваше полное имя. Местная девушка Ченг Чао. Наконец-то ты пришла. Мы всегда наносим удар на опережение. Аккуратней! Ты видел? Молодец, молодец. The punishment you get for cheating. Это тебе наказание за твою ложь. Похоже, они опять готовы убивать. На этот раз мы им не позволим. Пошли. Чен-Чи, наконец я нашла тебя. Повернись в другую сторону. Чанг-Чао, не вини меня. Потом разберемся. That's fine. Неплохо. Yeah, hey, hey, hey!
Назад. I leave you to expiate your crimes. Я оставляю тебя за твои грехи. Пойдем. Dodge, quick. Берегись. Oh. I've seen today. A display of terrifying strength. В них я видел ужасающую силу, дух, который нам никогда не покорить. Нет, нет, мы должны сражаться, сражаться до конца. Араки прав. Нам нужно уезжать. Если мы будем продолжать схватку, никто из нас не останется в живых. Симаян, тебе лучше? Мой отец хотел, чтобы ты стала моей женой. Но когда я увидел, как сильно ты любишь Юлуна, я позабыл о желании отца. Наверное, теперь пришло время мне отправляться домой. Твой отец был так добр ко мне. Симаян, прости меня. Я ни за что отругала тебя. Теперь я возвращаюсь вместе с тобой домой.